Всем привет, охотники, бандиты! Приветствую вас на моем канале. Меня всегда интересовал один вопрос. Вот про зайцев. Почему зайцы ближе к жилью держатся? Там, где нет еще охотничьих угодий, где городская зона, заячьих следов очень много. Чем дальше в лес, тем следов все меньше и меньше. Неужели они осознают, что возле города охотиться на них никто не будет, и можно спокойно бегать? Зайцы вроде у нас по помойкам не лазят. Зачем им держаться близко к людям? У них они едят кору, осины гложут. Перейдем к езде. На лыжах на своих охотничьих я уже еду, но смотрелся на сноубордистов и горнолыжников. Захотелось тоже с горочки прокатиться. Вот, уже начинаются первые следы. Зайчик бегает. Прямо здесь, где люди ездят. Вон там вдалеке видно оранжевую куртку. Зайчики бегают у нас. Причем много где, много стежек. Следы не свежие, позавчерашние. Так, это что? Тоже зайка у нас тут бегает. Вон какие петельки зайчики понадевали. Сейчас уже у нас март, на улице тепло. А когда у зайцев гон, что-то я подзабыл. Может, уже скоро у них будет гон, и они начнут с ума сходить. И можно будет поснимать интересный контент. Вот. Там все летят, летят горнолыжники и сноубордисты с гор. А я здесь еду. Вон следы немножко припорошенные снегом. Сейчас поеду через ветки. Будет шок-контент. Шок-контент снят. Преследуем зайца по следу. Зайчик, ты куда пошел? С горки зайчик пошел. Хорошо, уверенно туда идет с горки. Я попробую здесь пройти немножко, посмотреть, что здесь интересного. У зайчиков-то, походу, реально уже в голове не бум-бум. Начинают, смотри, как бегать кругами всякими. Впереди вообще там я вот вижу ручеек, не ручеек, такая тропища. Проходим, пробираемся. Ой, тут кабы не... Вот что там? Вот это, палки торчат какой-то. Здесь то ли землянка, то ли что. Человеческих следов нету. Может, это берлога? Ну, берлога в лагу опять, не знаю. Да и от людей очень близко. Вот там видны здания за лесом. Там поселок. Это просто самый край леса. Сейчас пойду посмотрю, что за берлога там. Я думал, здесь что-то интересное, а здесь ничего особенного. Просто большая ямка вот эта, где зайцы, следы их пересекаются. Ну, может, здесь посидел немножко. Но вроде нету отпечатка. Вернемся к нашей берлоге. А это что за следы? По 4 на зайца не похоже. Либо это маленький заяц, миниатюрный, либо какая-то полевка. Вот собачий след. Ну, тут нормальный заячий след, обычный, большой, крупный по размеру. Какой-то. Сейчас слышу угу-гу-гу, как будто что, филин, что ли? Ну, филин, он прямо так угу-угу-угу-угу орёт. На филина, конечно, не похоже, но птичка необычная. Может, эти горнолыжники угукают где-то, едут. Итак, мы приближаемся с другой стороны ручейка к этой берлоге. И в берлоге ничего. Вот она, берлога. Вот эти вот ветки торчащие, как будто специально. Ничего здесь особенного нету, но было очень интересно. Посмотрите, какая природа у нас красивая. Март на дворе.
Тут недавно был дождь у нас. Целых, наверное, полдня шел. День целый шел. Дождь полсуток. Я так думаю, от этого и наст образовался. И снег осел немножко. В итоге уже у нас приближается весна. Я вдалеке вижу Косьву. Вот здесь вот видите, темная полоса, это река Косьва. Она уже вскрылась, потому что на ней гидроэлектростанция стоит из плотины, спускают воду по режиму. Остальные реки еще, конечно, у нас подо льдом. Вот опять следы какие-то, ямка непонятная, солнце светит. Как опять бегают, бегают зайки, но все не свежие следы, уже немножко припорошенные. Зайчики. Лыжи-то охотничьи хорошо идут в горку. Вот такая вот гора, все вверх-вверх. Но ничего, благодаря камузу не проскальзывают назад. Удобно идти хорошо. Вот посмотрите, всюду, всюду следы зайца. Бегают как угорелые. Вон опять зайцы табуном пронеслись. Явно здесь не один живет заяц. Под деревьями бродят. По перелеску везде. Но они же знают, что здесь клево. Здесь безопасно. Здесь город, а не охотничьи угодья. Охотничьи угодья начинаются вот там, километров 2 отсюда. Под вербой посидел зайчик, побегал, дальше побежал. Ну, может быть, отчасти ответ на этот вопрос в том, что осинники — это как лес такой молодой более, а дальше от населенных пунктов уже начинаются у нас ельники, и поэтому меньше кормовой базы для зайца. Но все равно любопытный вопрос, что их тянет к людям. Вот сегодня тоже я прошел возле дороги, возле поселка, следов много. Чуть только стоит отойти в этот подальше в лес, следы исчезают. Ну или становятся прям редко, редко появляются. Загадочная особенность поведения зайцев. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока!